Его творчество знакомо каждому с детства по обложкам книг «Конек-горбунок», «Сказки Гореловской рощи» или «Остров сокровищ». В музейно-выставочном центре «Самара космическая» открывается выставка всемирно известного графика, автора тысячи книжных иллюстраций, гравюр, экслибрисов Виктора Панидова. Экспонируемые работы выполнены в технике «Афорт». Это разновидность гравюры, в которой углубленные элементы печатной формы создаются путем травления металла. Таинственные планеты, космические корабли и, конечно, Гагарин. 13 картин погружают в атмосферу космоса, что неудивительно, ведь Панидов – наш самарский художник. Отец вообще очень увлекался космосом, и когда полетел Гагарин, он говорит, я выскочил на улицу, мне казалось, что все должны выйти на улицу. Это было такое, вот, говорит, я и шел по этой улице, оглядывался на людей, смотрел, ну, в общем, вот, то есть для него это была какая-то очень трепетная тема. Выставку работ Виктора Панидова сможет увидеть любой желающий до октября 2022 года. При этом цикл творческих мероприятий на этом не заканчивается. Это великолепная возможность, понимаете, предоставлять высокое искусство нашим посетителям. Перед этим у нас была выставка художников самарских, Союза художников. На фоне этого у нас была выставка детских рисунков. У нас постоянно меняющиеся экспозиции, то есть даже та Самара космическая, основная экспозиция на самом деле меняется. 12 апреля 2022 года музейно-выставочному центру «Самара космическая» исполняется 15 лет. В честь этого события самарцев ждет много тематических мероприятий. Ольга Волкова, Константин Головин. События.